Арина Саламатина бірінші болып топты ойынға қосады. Дәл қазір WTA рейтингінде Арина Саламатина 1153-ші сатыда тұр. Қырғызстан елінің өкілі карьерасында осы 2023 жылдың қаңтарында 1018-ші орынға дейін көтерілген. Осындай көрсеткіштері бар. Енді Арина Саламатинаның ары қарай ауыз толтырып айтатын жетістіктері көптеп айта алмаймыз. Соңғы нәтижелері Арина Саламатинаның бұған дейін Анталиядағы W15 санатындағы турнирде өнер көрсетті және Йорук деген елінің теннисінен жеңіліп қалған еді. W15 санатында Шарм Әл-Шейх одан бөлек басқа да турнирлерде қатысқан және барлығында Арина Саламатина бірінші айналымда жеңілген. Биылғы маусымда тек қана осы ITF Challenger деңгейінде өнер көрсетіп келеді. Полина Слепцова оның қарсыласы. Полина енді-енді ересектер дуынына араласып келе жатқан теннисші. Сондықтан да бұл қызымыздың, бұл бұрымдымыздың осы уақытқа дейінгі ауыз толтырып айтатын нәтижесі жоқ. Тіпті рейтингте де Полина Слепцова өкінішке қарай тізімде жоқ. Енді тізімде бар, бірақ 2038-ші сатыға орналасқан. Енді бұл керемет көрсеткіш деп айта алмаймыз. Бұл теннисші Қазақстан чемпионатының абсолютті чемпионы болды. Осы шілде айында өткен еді Шымкент қаласында Гөзел Айнединованы финалда жеңіп жеңіс тойын тойлаған болатын. Одан бөлек енді Полина Слепцова Алматы қаласының өкілі басқа да турнирлерде өнер көрсеткен, әсіресе 14 пен 16 жас аралығындағы теннисшілердің бәсекесінде, бірақ ол жерде де жетістігі көп емес. Арина Саламатина бірінші болып допты ойынға қосты. Слепцованың соққысы Саламатина қайтара алмады. 0-15. Екінші соққысына ұзақ дайындалды. Халфкортта Слепцова әдемлеп қиып тастады. Слепцованың пайдасына. Қазір бірінші. Екінші соққы аутқа кетті доп. Қазір брейк істейтін мүмкіндік. Тағы да қазір бірінші соққы өтпеді. Екінші мүмкіндік. Полина Слепцова 2007 жылы дүниеге келген.
қазір екі қарсыластың екінші соққысы және Соломатина тағы да аутқа жіберді. Бірден Полина Слевцова бұл кездесуді брейкпен бастады. Үш минутта Полина Слевцова бірінші геймді өзінің пайдасын аяқтады. Енді екінші гейм біздің отандасымыз допты ойынға қосады. Қырғызстанда білесіздер осыған дейін WTA 250 санатында жеңіске жеткен теннисші де жоқ. Шалпы теннисі Қырғызстан елінің қатты дамымаған. Екінші соққы. Арина Соломатинаның өз негізі қырғызстандық деп айтып отырмыз ғой, бірақ Ресейде дүниеге келген. 15-0 халфкортта Слевцова қателеспеді. Іріктеу кезеңі. Бұл жол бірінші соққы өтті Полинаның, бірақ екіншісі қате, аутқа. 15-15. Арина Соломатина қазір есептен естірді. Бұл жол аутқа кетті, торға тиген доп. Екінші мүмкіндік. Екінші соққыны Соломатинова оңай қайтарды. Слайс шиіріп тұрып асырған еді. Биік-биік шығаруда Арина Соломатина және қателесті. 30-15. Полина Слевцованың пайдасына. Қазір қайтадан екінші соққы. Форхендінен қайлап алды Слевцова. Халфкортта. Корттың артына қарай. Енді Слевцова биік ұрып жатқанын көріп отырсыздар. Және бірінші бұл ұпайды сарапқа салу кезінде Полина Слевцова қателікке бой алдырды. 30-30. Отызда отыз, есеп. Төп ойында
слайс тағы сала Махина тарапынан халфкортта әдемі қиып тастаған еді. Полина Слевцова жетіп қателесті, кортқа түсіре алмады, аутқа жіберді. Отызда 40 брейкпойнт Арина Саламатинаның еншісінде. Аут, екінші соққы. Бес минут болды бұл геймнің жалғасып жатқанына. Екінші соққысымен допты ойынға қосты. Және аут, брейк. Қайтадан брейкті көрдік. Есеп бірде бір. Арина Саламатина есеп теңестіріп алды. Енді сол Саламатинаның кезегі. Допты ойынға қосатын. Жас Полина Слепцова. Қазақстанның абсолютті чемпион деген атағы бар. Екінші мүмкіндік Саламатинада. Екінші соққыны Слепцова қайтарды. Кортта қазір, халфкортта дәлірек айтатын болса, Арина Саламатина қателікке бой алдырды. 0-15. Слевцованың пайдасына әзірше екі гейм, екеуінде де брейк тіркелді. Айтадан бірінші соққы өтпеді мына жерде. Нөлде 30. Дабл фол Арина Саламатина тарапынан. Кортқа үйрене алмай жатыр ма? Білмейміз, әйтеуір қателіктер көп. Міне, қазір Саламатинаның соққысы өтті доп ойында. Халфкортта дропшот өте биік. Ах! Полина Слепцова өте ыңғайлы келген еді. Оң қолына бірақ даладай корт тұрған кезде аутқа жіберді Полина Слепцова. 15-30. Қазір де жақсы асырды. Полина Слевцова қарсыластың бұл соққысын қайтара алмады. 30-30. Екінші мүмкіндік.
екінші соққыны қазір аутқа жіберді. Дабл фол 30-да 40 брейкпойнт. Полина Саламатинаның еншісінде брейк істейтін мүмкіндік. Арина Саламатина. Сюда 40. Так, да, бірінші соққы өтпеді. Екінші мүмкіндік. Екінші соққы өтті, бірақ бәрбір Арина Саламатина қателесті. 14 минут артта қалды, есеп 2-1. Полина Слепцованың пайдасына. Дәл қазір Полина Слепцованың жеңісіне 1-41, Арина Саламатинаның жеңісіне 2-77 коэффициент ұсынылуда. Көрсетілім спорт эмоцияларының демеушісі OneXBet.kz компаниясының қолдауымен жүргізілуде. Казахстанская теннисистка впереди с брейком 2-1. Напоминаю, что спонсор трансляции – букмекерская компания 1xbet. Посмотрели парней. Напомню, что разница, да, этих турниров, опять же, на первый взгляд, вроде бы не видна, да, но все дело, во-первых, в рейтинге, в призовых. Не знаю почему, но вот девушек вот так вот постоянно обижают, у них М15, да, то есть... Есть, конечно же, турниры чуть-чуть повыше, но, как вы понимаете, это ранг и представительство. Но такие турниры, конечно же, удобны для молодых, для начинающих теннисистов, которые фактически совершают, да, такой переход из юниорского, да, тенниса, может быть, во взрослый. 16 лет Полине Слепцовой, но вот ее соперница Анна Саламатина 22 года. 1155-я ракетка она в WTA туре. Но, как вы понимаете, здесь большинство таких, да? Есть девушки, которые вообще без рейтинга. Попало. Попало сейчас. Тут молодец Полина Слепцова. Потому что до этого был эпизод на подаче соперницы, когда она имела вот такую же примерно позицию, может быть, даже получше пробивала, но не попала. Ну, тут прям, я бы даже сказал, что выигранный мяч за счет активной игры Саламатина, да? Любопытно, что это всего лишь четвертый гейм, а она так ходит по корту, словно она уже устала. Жарко в эти дни в столице Казахстана, 27 градусов. Я думаю, что наверняка... И одна, и другая девушка играли еще, когда температура была значительно выше. Ну,
Ну, два матча в Турции до этого провела Соломатина. Не попадает. Не попадает с Форхенда по линии. Сейчас Полина, хотя задумка абсолютно верная была. Тут исполнение немножко подкачало. Может быть, и не стоило прям впритык глубоко к задней линии играть, да? Тем более, что ошиблась 30-15. Два матча сыграла в Турции. Два матча получились против немецких теннисисток. Соотношение побед и поражения 1-1, как вы понимаете. Вот первый раунд прошла. Соломатина во втором круге уже уступила. Все в двух сетах у нее закончилось. Это я про Слепцова, прошу прощения. Не дошла до мяча. Начала тянуться и снова вернуть его резаным. Может быть, было тяжело, потому что и отскок был низкий, да? Ну, опять же, постаралась затруднить все в этой ситуации Соломатина. А вот, говорит, судья на вышке. Ну, немножко повезло, да? Ну, хотя ситуация предрасполагала к тому, что должна была Слепцова сейчас этот мяч выигрывать. Не самое верное решение принимает Соломатина с выходом к сетке. За что, собственно говоря, и наказала ее сейчас казахстанская теннисистка. 40-30. Здесь прием хороший с бэкхенда по линии. У Соломатиной в этом сезоне, по крайней мере, числится только один матч в Анталии. В первом раунде она там уступила от хозяйки турнира 2-6-2-6. Ну и, собственно говоря, 22-й год тоже не богат для нее на события. Вот на подобных турнирах ITF М15... Исключительно по одному матчу играла. Дальше первого раунда нигде не проходила. Попадает. Попадает сейчас Соломатина. Причем четко попадает за пасом. Ну и вот уже она имеет возможность сделать обратный брейк. Хорошая подача. Ровно. Ну, нельзя сейчас ни в коем случае соперницу отпускать, в плане того, что давать ей возможность быстро вернуться, да, в игру после брейка. Хорошо так сыграла Слепцова на подаче соперницы. И вот сейчас, к сожалению, на своей приходится мучиться. Но надо поработать. Надо чуть потерпеть. Вот здесь хорошо, молодец, здорово поймала на смене ритма и вовремя сделала, да, этот укороченный, потому что соперница начала, наоборот, с хавкорта смещаться на заднюю линию в ожидании удара по длине, да.
очень грамотно сейчас играет Слепцова. Молодец. В какой-то момент начали розыгрыш того, что так немножко обменялись, да, там. 1-2 удара полусвечками под заднюю линию, но потом вот уже Полина начала играть агрессивнее. И нужно сказать, что свою инициативу и первый номер она в данной ситуации подтвердила. Ровно. Ну вот в момент удара даже сама подкрикнула, да, сейчас себе Соломатина, словно обращаясь к мячу, да, давай, попадай уже. Вот тут и коротко сыграла Слепцова, и прям на середину. Как только держит длину Слепцова, то в принципе соперница ничего такого сверхъестественного не показывает. Вторая подача, это неприятно, потому что при счете ровно сейчас, я думаю, попробует, обязательно попробует Соломатина с приема. Ну, какой вариант? Линия, да, либо диагональ, тут, собственно говоря, все для нее. А тут и второй подачи-то не увидели мы, это двойная ошибка. Первая для Слепцовой. Так и не сумела навести мяч в игру. Еще раз придется вторым мячом. Конечно. Конечно, здесь нужно было обводить. Так как-то нерешительно, но вынужденно. Тут больше вынужденно Соломатина пошла к сетке, потому что сыграла очень коротко ее соперница. Но было прям визуальное ощущение, что Соломатина не совсем понимает, а что она сейчас будет делать у сетки. Да, она попробовала сыграть под бэкхенд, но очень спокойно Слепцова в этой ситуации с бэкхенда обводит. Отыгрывая еще один брейкпоинт, ну и делая счет ровно. Все никак не залетает. Первая подача. И еще одна двойная. Ну, прям совсем. Ну что тут? Устала уже рука подающего? Как это объяснить? Опять же, мы увидели некоторые моменты, когда и сильные-то подачи там не нужно было делать, да? Молодец. Здесь хладнокровно разводит соперницу. И мяч по разные стороны. Четвертый раз ровно. Больше. Геймбольный мяч. Но сейчас не обязательно сильную подачу исполнять. Просто нужно вести мяч в игру. Я думаю, что и уже Соломатина такой длинный розыгрыш устала играть. Хотя, конечно же, будет играть до конца. Второй мяч, вторая подача. Все пытается она в притирку с этой задней линии во второй квадрат исполнить.
с высоким отскоком, да, для того, чтобы сопернице было неприятно. Ну и двойной еще дает. Еще и рискнуло по линии. Но тут-то по линии по ширине-то попало. По длине снова этот мяч. Отправляется в аут ровно. Брейкпойнт и мяч. Ну, вот так вот решил нас режиссер трансляции порадовать таким ракурсом. Исключительно сосредоточив свое внимание на действиях Слепцова. Она резным ударом отправляет мяч в сетку, судя по звуку. Ну, прям совсем была очень слабая подача, и Соломатина с четвертого захода делает обратный брейк. Делает счет 2-2. Екде-екі. 15 минут ойнады бұл геймді. Оның алдында 3 геймді 13 минут ойнаған еді. 4 гейм көрдік. 4-еуі де брейкпен аяқталды. Полина Слевцова өз геймін нығайта алмады. Яғни жаңа жеңіп алған геймді нақтылай нығайта алмады. Арина Соломатинаның кезегі қазір допты ойынға қосады. Матчтың басталғанына міне қазір 30 минут уақыт болды. Бірінші соққа әдеттегідей өтпеді. Қателік 0-15. Нөлде 15 Харина Саламатина қайтадан қателікпен бастады. Екінші соққы. Аут 0-30. Екінші қателік Арина Саламатинадан қатарынан жіберілген. Полина Слевцова қайтадан брейк істеуге бір қадам жақын. Міне енді бірінші соққа өтті. Саламатина халфкортта, бірақ қателесті Қырғызстанның теннисшісі. 0-40, 3-1-дей брейк істейтін мүмкіндік. Бағана 15 минутқа созылған геймде Арина Саламатина қиналып тұрып брейк жасаған еді. Міне қазір сол брейкті қолдан қарсыласқа бере салу. Бере салайын деп тұр. Екінші соққы қайтадан. Yeah.
дабл фол. Не, нөлде қырғы есебімен Арина Саламатина қателесті. 3-2. 3-2. Полина Слевцованың пайдасына бұл жерде. Отыз үш минут, бес кейм, бес кеймнің барлығы да брейкпен аяқталды. Алтыншы кейм, Полина Слевцова допты ойынға қосады. Не, Слевцова, сіздердің назарларыңызда жас теннисшіміз мүмкін алдағы уақытта WTA санатында үлкен додаларда біз Полина Слевцованы көріп қалуымыз мүмкін. Медициналық тайм-аут дейді. Арина Саламатина шақырған секілді дәрілерді. Бірақ дәрігерлер кортта жоқ әлі бір қызығы. Тіпті балбойларды да дәрігерден алаңнан корттан көріп тұрғанымыз жоқ. Екі теннисші де әлі орындарында отыр. Эйстер 0-0, дабл фол 3-3. Билайн аренаның орталық кортында аздаған жанкүйерлер де бар екен. Сонымен кім медициналық тайм-аут алды? Әзірше көрсетпеді. Міне дәрігер енді келді. Арина Саламатина шақырған екен. Қысымын тексермекші, күн қатты ыстығынан өзін жайсыз сезініп қалған секілді Арина Саламатина. Астананың ыстығы әрине оңай емес. Ал дәрігердің не айтып жатқаны өкінішке қарай бізге естілмейді. Thank you.
сол күннің ыстығынан ау осы медициналық таймаутта алған. Полина Слевцова кортқа шықты. 5 минут кетті мына медициналық таймаутқа. Дәрігер орында емес секілді. Кабинетінен алып келген сияқты дәрігерді барып. Дәрігердің өз кешігіп келгенін көрдіңіздер. Шатыр қазір ескетіп жатыр, есін жию үшін. Демалысқа берілген уақыт аяқталды. Арина Саламатина кездесуді ары қарай жалғастыра алады. Аут, екінші соққы. Екінші соққы өте әлсіз. Дропшот. Арина Слевцова жеткенмен Арина Саламатина аутқа жіберді. 15-0. 15-0 40 минут кездесудің басталғанына. Жақсы форхенд. Слевцова екеуіне де жеткен еді, үшіншісіне жете алмады. 15-15. Тағы да екінші соққы. Шиіріп тұр, бақырын қосты екінші соққына Слепцова. Да, 15 Арина тарапынан қателік. Мазасы жоқ Арина Саламатинаның. Соңына дейін бұл кездесуді жалғастыра ала ма, жоқ па, білмеймін, белгісіз. Міне 40-15 геймбол. Бірінші мәрте Полина Слевцова бұл кездесуде өз геймінде жеңіске жетуі мүмкін. Мүмкін. Thank you.
Аут және гейм. Не, кортта қазірдің өзінде Арина Саламатина әрең жүр. 4-2 баған айтып өткеніміздей Полина Слевцова бірінші мәрте бұл ойында өз геймде жеңіске жетті. 7-ші гейм. Арина Саламатина қазір допты ойынға қосады. Екінші соққа қайтадан. Сен өл. Полина Слевцованың ұрғаны аутқа кетті. Тағы да екінші соққы. Отызда нөл. Қазір Полина Слевцова қайтар алмады. Халфкортта қазір жай ақырын ұрды, екінші соққы, енді күшке салу керек. 40-та 0 гейм бол. Арина Саламатина да қазір бұл кездесуде өзінің бірінші геймін жеңуге жақын. Қырықта 15. Қателік Арина Саламатина тарапынан жек көрем дейді. Гейм аяқталды. Бұл жолы Арина Саламатинаның бірінші соққысы сәтті шықты. Және Арина да бірінші мәрте өз геймде жеңіске жетті. Есеп 4-3, бірақ Полина Слепцованың бір брейк басындығы бар. Минут кездесудің басталғанына 47 минут уақыт болды. Бастан күн өтіп бара жатыр. Салқындатудың барлығын амалын істеуде теннисшілер қазір.
Полина Слевцованың кезегі. Жақсы форхенд, Арина Саламакина жетті. Қарсыласты арада бері жүгіртіп әбігерге әбден салды. 15-0. Торға тейіп кетті. Қазір екінші соққы. Екінші соққыны Арина Саламатина қайтарып алды доп ойында. Офкортта үлгергенмен өткізе алмады. 30-да қазір 0. Халфкортта Саламатина. 30-да 15 форхенд соққысымен жақсы түйіндеді. Дропшот өтпеді. 30-да 30. Екінші соққы қазір Полина Слевцова тарапынан жасалады. Екінші соққысы тым әлсіз болған еді. Арина қайтарды. Саламатина. Лайс соққылары. Аут. 40-та 30 геймбол. Геймбол Полина Слевцованың еншісінде. Әбден шаршап қалған секілді. Дропшот Саламатина тарапынан
Оп-оңай ғана Полина Слевцова жеттіде қарсыласынан айласын асырды. Гейм 8-ші гейм аяқталды. Есеп 5-3 Полина Слевцованың пайдасына. Тоғызыншы гейм Арина Саламатина қазір топ-тойымға қосады. Аутпен бастады. Әдеттегідей қатемен бастады. Нөлде 15. 54 минут болды кездесудің басталғанына. Сумбис. Полина Слевцова қарсыласының соққысын қайтару кезінде қателесті. Аут тағы да екінші соққы. Торға дейді Слевцова жетті. Және Арина Саламатина тарапынан тіркелген қателік 15-30. 15-30. Тағы да аут. Арина ұрғандоп аутқа кетті. Екінші соққы. Слевцова үлгерді. Отыз-отыз. Бэкхенд қате болды. Қырықта 30. Қазір Полина Слевцова қарсыластың екінші соққысын қайтара алмады. Екінші мүмкіндік қайтадан Арина Саламатина орындайды.
Кырк-кырк Саламатина бул жерде кателикке бой алдырды. Қазір бірінші сеттің басталғанына 1 сағат уақыт болады. Не геймбол, не сетбол. Көреміз. Слайс, қате, геймбол. Геймбол бұл жерде. Арина Саламатина да басымдық бар. Жойқын бірінші соққысын қазір қарсыластың қайтарып алды. Полина Слевцова доп ойында. Қателік Слевцова тарапынан және 9-ші гейм тәмамдалды. Есеп 5-4 Полина Слевцованың пайдасына. Бірақ бір геймен, ешқандай бұрақ емес. Келесі геймде қазір допты сетті аяқтау үшін ойынға қосады. Бір сағат болды тұп-тура бұл кездесудің басталғанына. Күннің сықырғы да қатты кедергі болып жатыр. Арина Саламатинаға көріп отқандарыңыздай. Слепцова. Соққыны, бірінші соққыны Слепцова жақсы қосты. Ал Саламатина аутқа жіберді. Бес он бес, қазір өз-өзін қамшылап жүре. Арина Саламатина.
15-15 есеп. Аразбас теңесті. Жақсы форхенд Саламатина жеткенмен корттың біраз бөлігін ашық қалдырды. Мына соққыға тіпті жүгірмеді де. 30-30 Полина Слевцованың пайдасына. Отыз он бес. Саламатина корттың ішінен шабуыл, бірақ форхенді нашарлау болды. Дропшот өте биік. Слевцоваға ыңғайлы доп болды. 40-15 сет пойнт. Сет пойнт. 2 мүмкіндік бар сетке нүкте қоятын қазір Полина Слевцовада. Торға тейіп кетті. Бірінші соққыны қайтала деді төреші. Аутқа жіберді. Бірінші соққыны және бірінші сет аяқталды. 1:05 есеп 6-4 Полина Слевцованың пайдасына. Сила скрывается в каждом. Он трахнул. Она вдохновляет. Заставляет преодолевать себя. Учит говорить то, что чувствуешь. Делать то, что хочешь. Сила всегда рядом. Нужно просто вовремя заметить ее. Форте. Сила на твоей стороне. Один эксперт. Спонсор спортивных эмоций. Спорттық эмоциялардың демеушісі. Один час, 6 минут продолжалась первая партия. Обычно при таком времени думаешь, ну, наверняка, не заглядывая в статистику, наверняка теннисистки сыграли решающий 13-й гейм, то есть ушли на тайбрейк, да? Но нет, такого не было. 6-4, но в каждом гейме была просто сумасшедшая борьба. Особенно после медицинского перерыва. Я думаю, что вы все прекрасно видели. Эту паузу брала Анна Саламатина, представительница Кыргызстана. Она, кстати, третья посеянная здесь, на этом турнире. Ну, а Полина Слепцова, еще раз напоминаю, это, ну, фактически, может быть, второй такой турнир. До этого она провела 2 матча в Турции. Первый раунд преодолела, обыграв немецкую теннисистку. Во второй также встречалась с немкой, но уже совсем другой и уступила. В 2 сетах все для нее закончилось. А тут 66 минут, и нужно сказать, что очень временами качественный, хороший теннис показывает 17-летняя теннисистка из Казахстана. И, по крайней мере, вот глаз радуется, когда выигрывает она мячи, конечно же. Напоминаю, что спонсор трансляции — букмекерская компания 1xbet. У нас снова пауза, туалетный перерыв. И судя по тому, что отсутствует
теннисистка, которая ближняя, по крайней мере, к нам была, да, когда занимали места, это снова Соломатина отправилась немножко отдышаться. Она после пятого, по-моему, гейма брала медицинский перерыв. Связано это было с тем, что сказалось... температура воздуха высокая, хотя 27 и влажность 40%, но вот солнышко действительно подавливало, припекало и пригласило врача на корт. Померили давление, там медицинский персонал, насколько возможно, привел так в чувство и в порядок. Ну и потом, на удивление, пошла игра, которая, может быть, даже немножко не свойственна. Было начало этой встречи по той простой причине, что подачу свои брали одна и другая, да. Мы-то привыкли к тому, что зачастую в женском теннисе идет обмен брейками, но здесь нет. Тут такого не случилось. Тут уже каждый старался брать свою подачу и делал это очень неплохо. Хотя временами борьба была хорошая, и девчонки доходили, да, больше-меньше. Ну вот лед. Лед — это, наверное, сейчас самое главное и спасительное, что необходимо в такую жару. Зонтики, конечно, присутствуют. Не знаю, насколько они спасают. Хотя я думаю, что если ветерок на центральном корте присутствует и продувает его, то вряд ли это прохладный воздух, да, и, скорее всего, такой теплый, может быть, даже обжигающий. Но на это не обращала внимания Полина Слепцова. Процент попадания первым мячом у нее в первом сете получился 60%. 54% выигранных мячей за счет первой подачи. 13 из 24. На второй подаче у нее процент 81. Ну а выиграла 9 мячей из 16 за счет второй подачи. Но при этом я бы отметил 100% реализацию брейкпойнтных мячей казахстанской теннисистки. Без эйсов, но по 3 двойные ошибки у одной и другой. Кстати, свою единственную подачу, когда одну из отдала Полина Слепцова, тогда за гейм она 2 двойные сделала. У представительницы Кыргызстана 67% попадания первым мячом. Точнее, 40%, а вот выигранных мячей 67%. То есть вот тут где-то, может быть, стоит добавить Полине для того, чтобы... пользуясь подачей соперницы, особенно на втором мяче, можно напрягать ее. Но так получается, что за счет второго мяча Соломатина 81% выиграла. Несмотря, вроде бы, не на самую сильную, может быть, и сложную подачу. Но не всегда получается справиться с приемом. Не сумела перебить мяч сейчас наполовину соперницы. Полина Слепцова 15-0. Второй сет. Астана W25. Вторая подача. Ну, так есть ощущение, что вроде как немножко солнышко спряталось, да? Хотя вот смотришь на корт, и тень присутствует. Значит, не совсем-то оно и спряталось. Попало? Да, попало сейчас. Хотя так Соломатина посмотрела в сторону арбитра, мол, действительно, но все это было под его ногами, под его судейской вышкой, поэтому, я думаю, он видел очень отчетливо. По 15-ти. Понравилось мне в первом сете то, как Слепцова старалась действовать агрессивно, напирала на соперницу, и если вот владела преимуществом, то зачастую его и реализовывала, не отдавала. Да, были, конечно же, ошибки, без них никуда, но если вот в этом соотношении выигранных и проигранных мячей, то тут, конечно же, Полина действовала в разы продуктивнее. Двойная ошибка. Первая во втором сети, и, соответственно, четвертая для Соломатины. И седьмая в этой встрече для двух теннисистов. 15-30.
Очень интересный, конечно, вопрос. Сама себе задает сова Матина. Я думаю, что если она не может найти на него ответ, то мы и подавно. Почему не добивает и почему не летит первый мяч? Пятнадцать сорок. Очень здорово ритм меняло в некоторых геймах. Именно в некоторых розыгрышах Полина Слепцова это тоже доставило такое удовольствие, потому что вот иногда она первая брала на себя инициативу, когда был долгий обмен ударов на задней линии. Вот потом решалась на укороченный, и они проходили. И они проходили, и это все работало. 15-40, вторая подача. Тут, с одной стороны, хочется сказать, ну, нужно рисковать, да? Можно, по крайней мере. Но понимаю, что вот здесь, я думаю, что 17-летняя теннисистка из Казахстана играет по той, скажем так, схеме, которую ей предложил тренер. Может быть, не то время, когда нужно рисковать и пробивать. Хотя, я думаю, больше, чем уверен, даже не думаю, уверен, что умеет она спокойно это делать. Берет стартовый гейм второго сета. 1-0. Ну, вот так получается, что всю игру. Ну, по большей части первого сета и начала второго Полина Слепцова впереди. С учетом того, что все-таки подавал это первое представительница Кыргызстана. Но там на старте обменялись брейками. Все это шло до счета 3-2. Потом все-таки сумела Полина взять свою подачу 4-2. И вот дальше уже ответственнее относились к своей подаче. Второй мяч. Пятнадцать ноль. Знаете, в простых очень эпизодах ошибается Сова Матина. Тут даже и не скажешь ничего. Ну, действительно, ситуация, которая не самая сложная, да? А теннисистка из Кыргызстана даже не может выполнять, казалось бы, такой, может быть, даже базовый удар, да? Ну, проблема как у одной, так и у другой с подачи присутствует. 30-0. Иногда понимаешь, да, что тут у теннисистов есть чуть больше времени на восстановление между розыгрышами. Можно пойти пособирать мячи. Боев-то тут нету, поэтому можно и отдышаться. Вот, вот как хорошо-то сейчас. И первая подача прошла, и по линии сразу же сыграла. Хотя было ощущение, что немножко застоялась после своей подачи. Слепцова словно ждала она по привычке уже выкрика арбитра, что это фол, да? А подача-то залетела. 40-0. И еще один срыв справа. Под ноль берет сейчас Полина Слепцова. Я так восторжен, потому что, по-моему, впервые в нашей игре, когда кому-то из теннисисток удается выполнить подачу под ноль. Ну что, 2-0. Идеальным вариантом было бы сейчас, конечно же, для Слепцова это еще один брейк. Сразу же продолжить нагнетать обстановку для соперницы, которая выглядит, по крайней мере, так уставшей, да, измотанной. Вопрос только, кто ее так измотал?
не думаю, что переезды и перелеты, потому что, как правило, зачастую на турнир приезжаешь заранее, да, для того, чтобы где-то немножко и перестроиться, и акклиматизироваться. Но пока тут больше выматывает, как мне кажется, все-таки Слепцова и погодные условия. Других вариантов у меня просто нет. Вот из ноль. 30-0. Торопится немножко сейчас Слепцова. Тут бы наоборот попробовать Полине сейчас поддержать мяч в игре. Пусть соперница идет на обострение. Пусть она первая начинает всю ситуацию активизировать. Ну вот подача полетела. Будет любопытно, если сейчас обменяются подачами под ноль. Это прям диво дивное. Не случилось этого события. Ошибается сейчас Соломатина. 40-15. Есть еще у нее запас. Ну, то смотрел наши предыдущие трансляции из утренней сессии. Мы там делились информацией в качестве того, что хорошая новость пришла из Мексики. Там не только первый раунд, но и квалификацию прошел Бейбе Джукаев. Американцы обыграл в финале квалификации 6-3-6-1. Даже матч с предыдущего раунда получился для него тяжелее. Ну и вот ATP-250. Двойная. 40-30. В общем, я думаю, этот ATP-250, я не знаю, какие планы дальше у Бейбута. Может быть, скорее всего, он и останется на американском континенте, но в плане того, что то, как проходит у него американская серия турниров, можно порадоваться за казахстанского теннисиста, который вот наконец-то, не знаю, потихоньку начинает двигаться, да? Ой-ой-ой, как ошибается сейчас Слепцова в ситуации, когда нужно было просто мимо соперницы ударить и попасть в корт, но она этого не сделала. Но, в любом случае, 2-1 она впереди, и, собственно говоря, это уже неплохо, это уже хорошо, да? Самый, наверное, рейтинговый турнир на этой неделе пройдет в столице США, в Вашингтоне. Ну вот, помимо Мексики, еще будет грунтовый турнир в Китсбюэле. Ну а затем, все, кто будет теннисисты, отправятся уже окончательно на американский континент, будут проводить турниры там, ну и, конечно же, готовиться уже к US Open. Ну вот есть уже соперник Бейбе Джукаева, он известен. Им будет белорусский теннисист Илья Ивашко. Ивашко после Умблдона ничего не играл, он два круга там, один круг там прошел, во втором сыграл с Димитровым и уступил 3-0. В первом он обыграл аргентинца Корио. Ну, посмотрим. В принципе, вот так вот тяжело сразу по памяти сказать, встречались ли они друг с другом.
Возможно, где-нибудь как раз-таки вот здесь, в столице Казахстана, на Кубке Президента, может быть, и сошлись. 0-15. Слепцова начинает для себя. Четвертый гейм второго сета. Хорошо, здорово. Попадает хорошо. Вот здесь даже вот нету этого удара прям на грани фола, да? С запасом аккуратненько под заднюю линию. Ну и при этом широко играет сейчас Слепцова по 15. Мы видим, что Соломатина даже не побежала за этим мячом. Но друг с другом не играли. Жукаев и Ивашка. О! У нас первая подача на вылет в этой встрече. Полина Слепцова. В 14-м гейме оформляет этот эйс. 30-15. Ну вот хороший удар с бэкхенда проходит здесь по 30. Заканчивая тему у Жукаева и Ивашки, да, то белорусский теннисист сейчас на 113-й позиции, Бейбут на 258-й. Возможно, после этой недели даже попробует подняться, с учетом того, как выступит, да, на основной сетке. Ну и соперником в случае удачного прохождения первого раунда может стать либо хорват Гоя, либо чилиец Гарин. В общем, попадание уже в ATP 250, в основную сетку для Бейбута, конечно, это хороший, приятный бонус и такое, знаете, вознаграждение за его проделанную работу. Но нет, кричит одна. Другая немножко извиняется. Менялись комментариями, да, сейчас. 40-30. Вот сейчас бы еще, да, хорошую первую подачу. Да, может быть, даже не обязательно сильную или какую-то сложную. Но такую, чтобы не доводить дело до второго мяча. Ровно. И сейчас начнутся мучения, да? Для одной и другой, как мне кажется. Ну, так, не спеша, Соломатина отправляет мячи наполовину Слепцовой, давая себе возможность немножко все-таки восстановиться. Ну, прям на ракетку сыграла. Прям на ракетку сейчас сыграла Слепцова, при том, что правая часть корта была открыта, да, и можно было аккуратненько просто пробивать туда. Я думаю, что тут просто поторопилась. Полина. Подзабыла она, что соперница не особо-то и двигается, и бегает. У нее, вспомните удар в начале, когда она справа в уголок там попала. Соломатина даже не дернулась. Я думаю, что и здесь бы, если бы аккуратно Слепцова переправила мяч, вряд ли бы побежала ее соперница. Ну,
Ну вот здесь очень коротко сыграл резаным, чем, конечно, позволил своей сопернице их сетки выйти. И дальше уже закончить все в свою пользу. 2-2. Делает обратный брейк представительница Кыргызстана. Хотя мы видим, с каким трудом, да, вот ей каждый забег дается. Вот тут нужно немножко Слепцовой все-таки подумать о том, что подергать соперницу. Возможно, вот теми укороченными, которыми она делала и в начале сета, и в первой партии. Не обязательно, может быть, чтобы они были чересчур тонко выполнены, но заставить соперницу именно бегать, двигаться. И очень важно еще, конечно, попробовать поиграть по линиям. Никто не требует пробивать сейчас на вылет. Здорово. Короткая была сейчас свеча. Наверное, все-таки имела полное право Соломатина поглубже играть, но как-то она перестраховалась. По 15. Не попала центром ракетки сейчас. Второй мяч сейчас. Параллельно проходит сразу несколько игр. Но вот отмечу с участием казахстанских теннисисток. Мария Синицына играет против Анны Плетневой. Первый сет 6-0, во втором 4-4. И свою игру начала сейчас на втором корте Ульяна Романова. 2-0 она повела с брейком против еще одной представительницы Кыргызстана. Владислава Андреевской. Классно. Классно играет сейчас. Без лишних слов. Тут вообще Полина Слепцова очень тонко, аккуратненько. Опять же, все время она старается очень близко к линии сыграть. Хотя в данной ситуации не обязательно, может быть. Еще раз повторюсь, ее соперница не показывает какие-то выдающиеся физические данные в плане именно скоростных действий. 15-40. Судя по всему, не справляется с приемом. Полина Слепцова. Ну вот, из трех один затерялся. Ну да, я вот тут тоже задался бы вопросом. Арбитру Полина сейчас на самом деле правильно предъявляет. Было ощущение, что это аут. Но арбитр промолчал. Ровно. Отыграно два брейкпоинта. Thank you.
Хорошо. Глубоко. Здорово играет. Отодвигает ее сейчас больше. Брейкпоинт под номером 3 в этом пятом гейме второго сета. Не спеша сейчас Сова Матина снова прогулялась за мячами. Дала себе возможность немножко отдышаться. Ну и по линии сейчас Слепцовой необходимо, как мне кажется, во-первых, принимать, а во-вторых, все-таки поддержать мяч в игре. Аут. Аут. Ну вот такое решение принимает и одна, и другая. Немножко такой скомканный прием получился, но Сова Матина пошла вперед и фактически удары от сетки отправляют очень далеко за заднюю линию. Очередной брейкпоинт. Ну вот, словно мы вернулись в начало этого матча. Штыка, қазір есеп. Слевцова қайтадан брейк істеп алды. 1 сағат 35 минут. Дәл қазір Слепцованың жеңісіне 1-0-5, Саламатинаның жеңісіне 8-46 коэффициент ұсынылып отыр. Көрсетілім спорт эмоцияларының демеушісі OneXBet.kz компаниясының қолдауымен жүргізілуде. Алтыншы геймді күтіп отырмыз. Допты ойынға Полина Слепцова күте қосады. Дәл қазір Астанада ауа райы плюс 29 градус. Полина Слевцова ойынға қосатын доптарын таңдап алды. Доп ойында. Дропшот. Саламатина кортқа дейін жетті. Бірақ оның ұрғаны қате болды. Тордан өтпей қалды. Он бестен өл. Бес-он-бес. Слевцованың ұрған аутқа кетті. Екінші мүмкіндік Слевцованың. Дабл фол. 15-30. Міне, Саламатина назырларыңызда.
Өте биік жіберді, мысалы Матинада биік асырған кортта жақсы форхенд 30-30 Полина Сливцова есепті теңестірді. Жақсы форхенд үшке салып 30-40 брейкпойнт. Арина Саламатинаның еншісінде. Жүгіріп бар форхенд соққысын ұрған еді Арина Саламатина, бірақ доптордан өтпей қалды 40-40. Аут, геймбол. Полина Сливцованың пайдасына. Тағы бірден шабулға шыққан еді. Арина Саламатина аутқа жіберді. Және гейм аяқталды Полина Сливцованың пайдасына. 4-2, 7-ші гейм. Арина Саламатина қазір допты ойынға қосады. Бірінші соққы өтпеді Саламатинаның, екінші соққы. Екінші соққысын Сливцова қайтарған. Саламатина аут па түсті ме? Аут секілді көрінді бізге. Жоқ, түсірген екен. Дропшот, жартылай дропшот, жартылай слайс, доп алаңға түскен. Тағы да бірінші соққы артынша өтпеді. Отыздан өл, бәйхін түмен келіп қалды доп. Полина Сливцова оны қарсыластың ойын алаңына асыра алмады. Отызда нөл есеп. Тағы да аут. Бұл гейм барысында жалпы Арина Саламатинаның әлі бірінші соққысы квадратқа дәл түскен жоқ. Жақсы форхенд, 30-15. Қиып тұрып қазір керемет соққы жасады. Бірақ аут екен, 40-0. Гейм бол демек Арина Саламатинаның еншісінде.
әрең жүр Арина Саламатина. Күннің ыстығы да бұл Қырғызстанның теннисіне кедергі келтіруде. Гейм қуанып кетті. Жетінші геймді жеңгеніне осынша. 4-3 Полина Слевцованың пайдасына. Біздің тенниші бір брейкпен үстемдікке ие. Және қазір 8-ші гейм барысында допты ойынға қосады. Ал Арина Саламатинаға болса қазір бәрібір секілді. Ойынның аяқталуын асыға күтіп отырған тенниші секілді. Енді қиын, оңай емес. Мынандай ыстықта өнер көрсету әрбір теннисшіге оңай емес негізі. Желкесіне суланған орамалды қойып, ыстықтан осылай қорғанып жатыр. Жаңа доптар болу керек қазір, қателеспесек. Кездесу жалғасады содан кейін. Полина қазір бірінші болып орнынан көтерілді. Бірінші соққысы нашар болды. Екінші соққы ойынға асырды. Аут 0-15. Мәжбүрлі емес қателік. Полина Слевцова тарапынан доба аутқа кетті. Бұл жол биік қосты, е? Слевцова жақсы форхенд. Мына жерде торға тиіп кетті, өкінішке қарай аут. 0-30. Жинақ ойнау қажет. Жақсы форхенд. Халфкорттан шабуыл. Және 0-40. 3-1-дей брейк жасайтын мүмкінді қазір. Арина Саламатинаның еншісінде. Нөлде 40. Саламатина мықты қайтарды. Және қателік Полина Слевцова тарапынан. Брейк. 8-ші геймде брейк көрдік. Есеп 4-4. Арина ақыры дегеніне қол жеткізді.
проект тіркеді. Тоғызыншы гейм. Саламатина қосады допты ойынға. Бірінші соққы әдеттегідей өтпеді. Екінші соққы айналдырып жай қосты және форхендмен аутқа жіберді 0-15. Полина Слевцованың пайдасына. Тағы да аут, тағы да бірінші соққы, ойдағыдай болмады. Дабл фол, 0-30. Полина Слевцованың пайдасына. Өзі Саламатина жаңа брейк істеген еді. Қарсыласына сол геймді қайтарып берейін деп тұр шамасы. Жоқ, 15-30. Полина Слевцова. Болмайтын жерде қарсыластың пайдасына қателесті. Бағана қарсыластың түскен добының ізін көріп алды. Отыз-отыз слайс соққысы өте нашар болды енді. М25 турнирі бұл жерде балбойлар болмайды. Сол үшін де әрбір допқа теннисшілердің өздері баруға тура келеді. Дропшот Саламатина түсірді. Және Слепцованы қарама қарсы бағытта ұстап алды. 40-30 гейм бол.
Геймбол. Аут, екінші соққы. Слайс. Жақсы форхенд. Қателік Полина Слевцова тарапынан. Және 5-4 бұл екінші сет барысында Арина Саламатина бірінші мәрте есепте үстемдікке ие болып тұр. 5-4. Қатарынан екі геймде Полина Слевцова жеңіліп қалды. Бір сағат 54 минут болды, 55 минут болған екен дәлірек айтқанда, ойынның басталғанына біз үшінші сетті көретін секілдіміз, егер осылай жалғаса беретін болса ойын. Впервые, слушайте, но действительно впервые в этой встрече, когда Арина Саламатина вышла вперед 5-4. Долго пришлось ждать этого события. На часах 1 час 56 минут. Ну вот с учетом всех перерывов, туалетного брейка, да, медицинского тайм-аута, совсем чуть-чуть осталось, и девчонки будут уже 2 часа на корте. Вторая подача. Ну вот иногда думаешь, вроде бы пауза нужна, да, а вот если между первой и второй так затягивается все, может быть, это нехорошо на самом деле. Ноль пятнадцать. Ну вот уже мы видим, что тут потихоньку сейчас и Полина тоже ждет, чтобы вот игры был как можно подольше, да? Точнее, почему 0-15? 15-0, она же на подаче. Вот решил я проверить на всякий случай, что там с температурой воздуха. Да, действительно, уже 30 градусов показывает термометр, хотя, мне кажется, на солнце еще выше. Классно. Ну вот, пожалуйста, чуть-чуть в сторонку играет сейчас Слепцова, и Саламатина просто-напросто не бежит за этим мячом. Мне кажется, она уже
прекрасно понимаешь, что даже если она добежит до этого мяча, ответить остро или даже перебить у нее силы не хватит. Попадает. Попадает сейчас Соломатина. Ну вот прям бросается в глаза, насколько хочет Соломатина один. Два удара нанести за розыгрыш для того, чтобы как можно быстрее прошел. Такое ощущение, вот выходят теннисистки на этот корт. Не знаю, там наверняка жарко. Еще и от харда, скорее всего, тоже все прогревается. И отдача вот эта идет. И мне кажется, им как можно скорее хочется вернуться туда, на свои места, под зонтик. Хотя бы льдом обложиться, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все подлево начинает играть. Мне кажется, нужно Слепцовой попробовать все-таки сейчас с бэкхенда поменять направление ударов. Не отвечать на обратный кросс в ту же точку, да, а попробовать сыграть по линии. Не обязательно. Может быть, даже чуть-чуть. Ну, хотя ближе к середине, наверное, будет опасно. Но вот по линии попробовать все-таки нужно Слепцовой пробовать. Соломатина сейчас все под левой играет. Ах. 40-30, хотя сейчас я сначала подумал, что это там судья на линии крикнул, что это аут, да? Но нет, арбитр говорит 40-30. Это Соломатина крикнула, но нет, это аут. Геймбольный мяч. Ну и такой немножко марафонский. Теннис посмотрели мы сейчас с вами. Затяжной гейм. А сам розыгрыш, наверное, станет самым затяжным в этом гейме. Хотя вы спросите меня, а когда не было затяжным? Ну, помните, было 40-0, под 0, когда свою подачу взяла Слепцова. Вот там все быстро было. И ошибается. Ошибается сейчас Соломатина. По 5 становится счет. Давненько мы не видели брейкпоинтных. Мячи-то вы видели брейкпоинтные? Реализованных брейков не видели в исполнении Слепцовой. При счете 4-4 у нее 2 было брейкпоинтных мяча, но она так и не реализовала. Плохой, плохой очень прием. Зачем-то решила сразу с приема резаным играть. Вопрос только для чего, для кого. Не совсем понятно это было.
И снова второй мяч. Двойная. По 15. Девять четыре по двойным ошибкам. Вот такое преимущество на стороне Соломатиной. Преимущество, которым, я думаю, она вряд ли гордится сейчас. Тридцать 15. Редкий эпизод, да? Согласитесь. Соломатина пошла к сетке, причем после второго удара. Ну вот. Посчитал, что, может быть, в этом есть секрет успеха. И попробуйте с ней поспорить, что это не так. Сорок пятнадцать. Ну вот последние свои подачи Соломатина старается очень качественно выполнять. Сорок тридцать. Напоминает о себе сейчас Полина Слепцова. Активно выигранный розыгрыш, это тоже дорогого стоит. Вторая подача. Ну, а сейчас точно подарка не стоит ждать Полине. Все-таки нужно попробовать. Попробовать сейчас сыграть агрессивно на приеме. Вот, вот все, что нужно. Пожалуйста. Вот и ровно становится счет. Давненько она этого не делала. Прям сложилось впечатление, что словно подзабыла. Не знаю, неужели уверенность какая-то пропала? Я не думаю, что она должна была пропасть, эта уверенность. Долго, да, согласитесь, пауза между подачами прям такие затяжные получается чересчур. Вот столько долго готовилась, столько настраивалась, и все равно отправляет мяч куда? Прямиком в сетку.
И снова добирается Полина сейчас до брейкового мяча. Теперь нужно попробовать не просто добраться сейчас, да? А еще попробовать взять эту подачу соперницы. Она уже это делала. Ну что? Не стал я говорить, чтобы, не дай бог, не сглазить, или вы не подумали, что я сейчас под руку это говорю. Но это действительно было скрыто не только сетбол, но и матчбол, и Слепцова его реализует. Но впереди еще ее собственная подача. А по сегодняшней встрече, да и, собственно говоря, вообще в целом в женском теннисе нету такой уверенности сказать, что сейчас девчонки свою подачу берут 100%. Нет, вот такого как раз-таки про них не скажешь. Поэтому будет очень любопытно. Понятно, что нужно сейчас немножко привести себя в порядок. Иногда кажется, что за эту минуту даже и времени не хватает, да, чтобы просто отдышаться. Но нужно, нужно сейчас настроить себя на то, что это будет последняя подача в исполнении Полины Слепцовой. Насколько получится воплотить это все в жизнь, мы сейчас увидим. Он екінші гейм. Полина Слепцова жаңа брейк істеді де басымдыққа ие болған еді. Қазір матчқа нүкте қою үшін допты ойынға асырады. Бірінші соққысы өтпеді Полинаның. Ем 25 санатындағы турнир. Енді өздеріңізді көріп отырсыздар. Бұл жерде тіпті бол бойлар да болмайды. Әрбір допқа тенші өзі барып алып келеді, оған да уақыт кетеді. Аут 0-15. Арина Соломатинаның пайдасына. Бұл жолы да Слепцованың ұрған добы торға тиіп кері қайтты. Екінші соққы. Бірінші соққыны ойынға қосу қиындық туғызып жатыр. Екіншісі әлсіздеу. Тағы да аут 15-30. Енді ғана бірінші соққы өтті, я? Бірақ қайтадан
Алина Слевцова қателесті. 15-40 брейкпойнт. Тайбрейкті көруіміз мүмкін. Отыз қырық. Қарсыластың бір брейк істейтін мүмкіндігін жоққа шығарды қазір. Тағы да аут. Және тайбрейк. 12-ші гейм осылайша аяқталды. Арина Саламатинаның брейкімен. Есеп 6-6. Тайбрейк тамашалаймыз. Арина Саламатинаның бірінші соққан қосқан добы. Қателік, мини-брейк. Полина Слевцованың еншісінде 1-0. Енді Полина Слевцовада 2 мүмкіндік қазір. Жақсы бэкхенд еді, бірақ аутқа кетті. 2-0. Полина Слевцованың пайдасына. Қазақстандық теннисшінің қазір допты ойынға қосатын тағы бір мүмкіндігі бар. Доп ойында. 3-0. Тағы да қателік. Арина Саламатина тарапынан 3-0 тайбрейкте бұл. Бір мини-брейк бар. Полина Слевцованың. Арина Саламатинаның 2 мүмкіндігі. Дропшот. Слевцова жету керек. Иә, жетті. Жақсы қиып тастаған еді. Полина. Доп ойындағы әлі. Бірақ мына жерде тым қат тұрды. Бірінші ұпай тайбрейктегі Арина Саламатинаның. 1-3. Арина көріп отырсыздар. Әрең-әрең жүр. Бағанадан бері осылай жүрген еді. Дропшот. Әдемі. Екінші мини-брейк. Төртте бір. Полина Слевцованың пайдасына. Енді Полинаның 2 мүмкіндігі бар қазір допты ойынға қосатын.
5-те 1 орынды ауыстырып алып жалғастырады. Алина Слевцован тағы да бір мүмкіндігі бар. Дропшот үлгереді, бірақ өзі асырып, Полина қарсыластың ойналаңына түсіре алмады. Е, алғашқы Арина Соломатинаның мини-брейгі 2-5. Енді кезек Арина Соломатинада. Аут, екінші соққы. Матчпойнт. Полина Слевцова, да, Арина Соломатина екі мәрте қателесті. Опты ойынға қосу кезінде. Бірінші соққысы тағы өтпеді. Екінші соққы торға тиіп кетті, төреші қайтала деді. Слевцова қайтарып алды. Аут, гейм, сет. Және матч аяқталды. Қадірменді жанкүйер. 2 сағат 22 минут. Есеп 6-4, 7-6. Тайбрейктегі есеп 7-2. Полина Слевцованың пайдасына. Осылайша Полина жеңіске жетіп, Астанада өтіп жатқан президент кубогы М25 турнирінің іріктеу кезеңі екінші айналымына шықты. Біздің көрсетілімізде осы жерден өз мәресіне жетті. Амандықта жолыққанша қадірмен жанкүйер сау болыңыздар. Спортивных эмоций. «Спорт» представляет
с 23 июля по 6 августа в прямом эфире. В рамках Кубка президента состоятся международные турниры ATP Challenger 75 и ITF W60. Теннисисты из топ-300 мирового рейтинга соберутся в Астане. Болеем вместе за наших. Спортивных эмоций. Балалар мен жасөспірімдер футболында жаңа жоба. Freedom QJ Лига. Турнирге еліміздің ең мықты аяқ допшыларынан құралған 12 команда қатысуда. Жеңімпаз УЕФА жастар лигасында Қазақстан атынан қатысу құқығына ие болады. Тікелей көрсетілімдер. Қазспорт телеарнасында. Қазспорт ұсынады. 23 шілде мен 6 тамыз аралығында. Тікелей эфирде.
теннистен президент кубығы аясында ATP Challenger 75 және ITF W60 халықаралық турнирлері өткізілмек. Әлемдік рейтингтегі топ 300-ге кіретін теннисшілер Астанада бас қоспақ. Жерлестерімізге бірге жанкүйер болайық.